Всем большой привет! Сегодня заказ от компании Ifrashe покажу. Вот такой вот наборчик был заказан. Набор заказан по бланку сентябрьскому, 9 рам по общедоступному окончанию. В набор входит гель кофе. Очень вкусно, насыщенно пахнет кофе. Понравился. Вообще все гели насыщенно пахнут. Возможно, даже по насыщеннее предыдущей серии. Мне так показалось. Не знаю, как в действии будут. Манго и кориандр тоже вкусно, сочно пахнет. Малина и мята тоже очень вкусненько по-летнему. Поэтому гели понравились. Взяла два набора. Гель кофе, малинка еще и манго. Наборчик стоил, по-моему, 529 рублей. 529. Также взяла в спеццене две штучки вот такого двухфазного средства для снятия макияжа с глаз, наверное, с васильком. Экспресс-средство, да, с глаз для водостойкого макияжа. Две штучки, одну уже отдала в подарок, потому что у меня забрали два крема, которые здесь были тоже в заказе, из серии Эликсир Ботаник, ночной крем и дневной крем. Вот я девушке отдала. Также были в заказе гель. Кстати, кремушки покажу в конце, какие были. Морское желе вот такое вот было еще в заказе. Тоже две штучки взяла, ни разу не пробовала, поэтому решила попробовать. Аромат у него такой очень приятный. И вот тоже две штуки, 1140 рублей. Так как по сентябрьскому бланку, там, по-моему, в спеццене, если что-то пробиваешь, то подарок-сюрприз приходит. Мне пришел такой кремик для рук с манго. Кстати, неплохой наборчик. Может получиться вот гель и крем. Ну и так как я добрала до бесплатной доставки второго подарка, решила, что мне так будет выгоднее, чем на 2000 примерно, да, если бы я не добирала, там минималка 1500, если я не ошибаюсь, плюс доставка 300, то есть мне осталось буквально добрать 700 рублей, и была бы бесплатная доставка, и губная помада в подарок, 0,2 оттенок, 0,2, вот такой, не буду открывать. Итак, вот такой вот заказик вроде бы не маленький получился, но по-быстренькому я вам о нем рассказала. Дети уже там меня зовут, кричат, поэтому помадку не буду пока открывать, не знаю, себе оставлю, либо кто-то спросит, либо что. Вот такая вот накладная, 2755 рублей к оплате. Забирала в постамате пятерочка. Всем хорошего дня! Хорошего настроения. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. И всем пока.